Привет из Израиля. Друзья, мы находимся в самом крупном торговом центре в Хайфе. Называется он Гранд Каньон. И сегодня будем с вами шопиться. Но покажу я вам не все магазины. Хочу показать вам израильские бренды одежды. Начинаем. Обычный рабочий день. Сейчас вторник, кому интересно. Так выглядит Гранд Каньон. Примерно в 6 часов вечера. И мы направляемся в первый магазин. Это там Нун. Вон там вдалеке. Так, вижу уже новая коллекция. Март месяц. Распродали уже всю зимнюю одежду из зимней коллекции. И у нас сейчас скоро будет лето. Этот магазин очень сильно любят у нас в Израиле, потому что цены недорогие. Как видите, 40 шекелей можно купить платьишки. Вот. Ну, бывает иногда и повыше цены, но в целом он такой демократичный, с демократичными ценами и такого хорошего качества вещи. Ну, вот, к примеру, смотрите, шортики такие стоят они 60 шекелей. Кто умеет читать, прочитает, кто не умеет, шьют эту одежду в Китае. Давайте посмотрим. Смотрите, вот такие блузочки 50 шекелей. Вот еще новая коллекция. Эти, скорее всего, 65, подороже немножко. Такие блузки. Тоже 60 шекелей. Удлиненные рубашечки. Туника. Кстати, тоже недорогая. Покажу вам сейчас ценник. 45 шекелей. Так, 100 за 3. Это означает, что на 100 шекелей вы можете купить вот 3 таких вещи. Это распродажа зима. Такая красивая полоска. По 60 шекелей такие рубашки. Ребята, обычно просите перевести в ту или иную валюту. Делать этого не буду, потому что смотрят с разных стран. Есть интернет. И, пожалуйста, переводите сами. Не обижайтесь, потому что постоянно все меняется. А чтобы мне переводить каждую вещь, для этого нужно очень-очень много времени. Ну и плюс ко всему, сегодня курс доллара один, завтра другой. Поэтому не вижу смысла. Ну, а эти рубашечки уже вот по 90. Смотрите, какая обувь интересная. Что стоит такое удовольствие? 70 шекелей. С продажа зимней одежды. 100 шекелей, 3 куртки вы можете взять. Получается в среднем где-то по 30 шекелей куртка. Ой, извиняюсь. Вот еще тоже распродажа софа на конец сезона. Также есть детские отделы и мужская одежда. Вот. Мы заходим с вами в детский отдел. Также курточки можно на 100 шекелей купить 3 куртки. Если вы берете одну, то стоит такая курточка 120 шекелей. А если берете 3, то по 30. Вот уже, смотрите, интересное такое качество. Вот прям все блестящее. Давайте немножко в мужском посмотрим, что здесь. 4 футболки, получается по 25 шекелей футболочки. Качество у них очень хорошее, потому что плотные прям футболки в Тамнуне. Такие ветровки. 100 шекелей. По 40 шекелей футболки. И вот такие рубашки по 80 шекелей. Да, тоже 80 шекелей. Можно было бы, конечно, еще вам показывать больше, но у нас еще несколько магазинов, поэтому идем дальше. Детское творчество. Неподалеку от Тамнуна находится детский магазин «Шилав». Хотела в завершении его оставить, но так как рядышком, ладно, покажу вам его сейчас. Это, наверное, самый лучший магазин в мире детской одежды. В магазине, конечно, не только одежда. Ну, как видите, можно купить и коляски, кроватки. То есть все. Но у них
модельные прям детские вещи, и качество наивысочайшее. Посмотрите, какие модельки для новорожденных. Как в музее можно смотреть и любоваться этими вещами. Но цены в этом магазине, конечно, высокие, но бывают скидки. Стоит вот так сейчас 130 шекелей. Вот такая красота. Тоже 130 шекелей. Посмотрите, какой костюмчик. Больше, наверное, для новорожденного. Кто смотрит меня давно, я уже рассказывала, что как раз именно в этом магазине я покупала комплект на выписку для моей младшей внученьки Стефании. Посмотрите, какие красивые вещи. Вот еще. Вот еще, смотрите, какие платьишки. 50% скидка. Давайте посмотрим. Почем здесь? 79,90. 80-40 шекелей сейчас вот такие платьишки. Смотрите, какая прелесть. Качество наивысочайшее. Помимо того, что посмотрите, какие они все модные, красивые, качество очень высокое этих вещей. Мои внучки выросли на этом магазине, но уже все, обе уже выросли. Смотрите, 120 шекелей за три вещи. Посмотрите, какая прелесть. Здесь немножко покажу вам. Лосинки. Здесь еще отдел по соседству, такой вот вкусный магазин. Немножко покажу вам виноградик. У нас все еще сезон Виктории. Смотрите, сколько людей отдыхают после работы в ресторанчиках. Мы идем дальше. Мы находимся на первом этаже, и здесь есть еще несколько магазинов, которые я вам хочу показать. И это Кастра. Кастра уже бренд, который вышел на мировой рынок. Тоже вещи очень интересные, стильные и хорошего качества. Музыка играет очень громко. Короткими кадрами буду делать, потому что YouTube может не пропустить. По поводу Кастра, ребята, делаю закадровую озвучку, потому что очень громко играет музыка. Музыка, конечно, очень красивая, но YouTube не пропускает. Как видите, вещи шикарнейшие. Я ставлю вот Кастра обычно на уровень Зары. И ценник одинаковый, и у них похожи модели. Вот что-то вот, что в Заре, допустим, я сейчас заходила, не стала в этом видео показывать. Цвета, фасоны, ткани очень сильно перекликаются именно с нашим Кастро. Кастро я когда-то помню еще даже по Омску. Это было, наверное, 2006-2007 год. Очень дорогой был тогда у нас магазин, когда еще рядышком неподалеку находился Манго от Кастро. Манго были там копеечные цены, и еще такой, считался дешевым магазином. А Кастро все шли там типа, ой, там такие красивые, модные, стильные вещи. Но потом он закрылся, видно, все-таки Омск не такой, наверное, богатый город, и мы не осилили в то время Кастро израильское. Ну что, ребята, продолжаем поход по магазинам. У меня еще осталось два магазина. Надеюсь, вы не устали. Тоже будет интересно. Ну а тем временем мы с вами подошли к магазину Фокс. Есть Фокс Хоум и есть Фокс Одежда. Тоже наш израильский магазин. И вот я вижу уже цены. Есть новая коллекция. Есть сейл. Скидки 70% на зиму. 189,90 стоила такая курточка. 70% скидка.
Я думала вместе со штанами, но как-то это дорого для одной такой кофточки. Ну вот внешне такие вот интересные модельки. Ой, как шелк. Качество такое очень хорошее. 70% скидка. Стоило 190. В общем, я посчитала, 57 шекелей стоила эта курточка. А в начале 190 шекелей. Вот, вот это уже цена, я так понимаю. Тоже зимняя одежда, 70% на куртке. Хорошего качества штанишки, 70% тоже скидка с начесом. Первоначальная цена была 119 шекелей, 120. Да, пока что в Фоксе больше распродажа зимы, если в других магазинах новая коллекция. Ну вот, хотя вижу, вот детские вещи, это уже новая коллекция летняя. Новые коллекции обычно дорого, 69,90, 70 шекелей футболочки. Здесь тоже новая коллекция, это для мальчиков. Тоже неплохой магазин, в Израиле его любят. И знаю, что многие даже так же покупают, и я покупаю кое-какие вещи. Не могу сказать, что часто, но тоже девочки в садик ходили в платьях из Фокса. Удобно то, что вижу, вот тоже футболки у них, смотрите, без разных рисунков на школу. И в школах обычно делают эмблемы. Кому не нужна эмблема, то без эмблемы. Тоже очень удобно. 6 штук за 100 шекелей. Кстати, не знала про футболки в Фоксе. Я обычно в Кастро брала. В Кастро тоже есть. Также продают к школе футболки. Тоже они без всяких эмблем. Обычные, простые, разных цветов. Тоже, кажется, 6 штук за 100 шекелей. И, оказывается, в Фоксе тоже есть. Так, здесь продолжение магазина. Здесь для самых маленьких отдел. Посмотрите, тоже какие вещи симпатичные. Новая коллекция. Еще зима. 60 шекелей стоят такие штанишки на маленьких. Ну, вот за 30 шекелей получается. Тоже все это новая коллекция. Ну, когда новая коллекция, конечно, цены одни, а когда идут распродажи, цены совсем другие. Посмотрите, какие симпатюлишные футболочки. Тоже мягенькие, качество хорошее у них. Но ценник, конечно, вырос, ребята. Сейчас покажу вам, сами увидите. 50 шекелей такая футболочка, это, конечно, очень дорого. Конечно, можно купить, но просто, видите, я привыкла к другим ценам, потому что конец сезона, обычно все можно за копейки купить. А так вот для маленьких за 50 шекелей это, конечно, дорого. Посмотрите, какая милота. Вот и качество, как шелк. Ну, а здесь скидка 70%. Вот давайте посмотрим, опять же, сколько стоило. Сейчас я вам найду что-нибудь. Ну вот, к примеру, смотрите, 50 шекелей стоило первоначально, что футболка, что кофточки, да? Мягенькая такая, я уже внучам купила в другом магазине. И от них еще скидка 70%. Представляете? Вот такие кофточки, получается, стоят по 15 шекелей. Вот такие цены я люблю. Для мужчин новая коллекция, я уже посмотрела, 80 шекелей стоят вот такие полосатенькие футболочки. 139 шекелей такие рубашки нескольких цветов. Пока что новая коллекция. Вот шортики, посмотрите, тоже 100 шекелей шорты. Куртки бывают, да, за 15, и шорты за 100. Ой, какие они мягенькие, вообще, как шелк, ребята. Вот целые залежи, конечно, вот таких спортивных костюмов Фокс. Зимняя распродажа с хорошей скидкой. У нас зимой очень влажно, такие вот ветра, дожди, поэтому такие спортивные костюмы прям с начесом, они актуальны как никогда для нашей израильской зимы. Поэтому у нас их очень много носят, они у нас популярные. Так, ну вроде бы сказала все. И хочу вам показать еще один магазин. Надеюсь, я его найду. Что-то я его пропустила, кажется. Но он должен быть здесь, в Гранд Каньоне. Вот, я нашла детский Кастро, ребята, перед последним магазином. Давайте посмотрим. Посмотрите, какая милота. Белые одежды. Вот в Заре вот один в один тоже почти. Ну, не совсем один в один, но тоже все.
Вот так вот. Смотрите, все какое красивое и качество. 50 шекелей стоит вот такая футболочка. 70 шекелей. Посмотрите, ткань какая. Прелесть. Как же я обожаю это все. Кастро, конечно, мой, наверное, самый любимый магазин после детского шлафа. Именно детский. Что я вам показываю, конечно, мне нравится. Но вот, наверное, все равно есть какие-то вот предпочтения больше, какие-то меньше. Вот Кастро, наверное, больше всего я покупаю одежду. Отдел для самых маленьких. Тоже чем-то схоже с шлафом. У них, что очень хорошо, посмотрите, для самых маленьких. Огромное количество бодиков. 129, 130 шекелей. Раз, два, три, четыре, пять штук вот таких бодиков. По 50 шекелей, да, правильно? Нет, подешевле. Сейчас не посчитаю. Так, здесь что? Ценник не вижу. Бывает по-разному цена. Да, 130 тоже шекелей. Посмотрите. Приближу вам. Такая курточка. 70 шекелей. Новая коллекция. 59 шекелей. С тюльпанчиками, футболочки. У Кастро, кстати, есть аутлет. Тоже там в аутлетах. Как коллекция прошлых сезонов. И, конечно же, там цены в разы дешевле. Вот распродажа. 69,90. 70 шекелей курточка. Вот это прелесть. Как я обожаю все такое выбито. Это вязаный, представляете? 89,90. Цвета шампань, да? 129. Это юбочка с блузочкой. Новые коллекции. Да, все еще продолжается, уже сколько лет. Такие юбочки все еще не выходят. Еще Николь была совсем малепусенькой. В моду вошли эти прозрачные юбки, многослойные. До сих пор все их дети любят и обожают. Давайте покажу вам тоже платьишки. О, с сердечками. Новая коллекция. 139,90. Ну, подешевле в Заре, там за 200 уже. Так, на маленьких тоже 140 шекелей. Ну все, ребята, выходим. И мы направляемся напротив. В заключение покажу вам магазин Ренуар. Тоже наш израильский. Это молодежная мода, посмотрите. Обожаю снимать манекены в Ренуаре. Их уже принарядили. Я, конечно, не модный эксперт. Но люблю ходить по магазинам и показывать вам, что у нас есть. Время от времени, кто смотрит давно меня, знаете прекрасно, что показываю вам вещи. И в этих магазинах я тоже бываю, которые я сегодня вам показываю. 169,90 штаны, 169,90 шорты. Дорого, конечно, потому что коллекция новая, только начало сезона. Видела красоту. Опять музыка. 109 шекелей футболка. Также есть аутлеты у Ренуара. И тоже, когда идут распродажи, цены очень хорошие, бросовые прям. Не могу сказать прям, что часто здесь покупаю вещи, но бывает. 70 шекелей. Такая блузка. Цвета разные. 149,90. Преимущественно, конечно, сами видите. Брючки, клеш, блузочки. Такой вот в этом магазине спортивной одежды вы не увидите, как в Фоксе. Да? В Фоксе больше, если спортивные костюмы, то здесь уже более легкая одежда и более такая классическая.
Ну что, мои хорошие, конечно, мне так хотелось вам нормально заснять, но играет музыка. Музыка шикарнейшая, красивая. Я обожаю такую. Причем похожая во всех магазинах. Не совсем одинаковая, но чем-то похожая. Прям хочется слушать и не хочется выходить из этого магазина. Как вам обзор? Пишите в комментариях. Надеюсь, не утомила вас или показала слишком мало. Пишите в комментариях. Ну, а я прощаюсь сегодня с вами. Пока-пока.